На несколько часов Видновский историко-культурный центр превратился в театр. Здесь состоялся уже ставший популярным майский отчетник, в ходе которого участники студии «Атмосфера» показали, каких успехов добились за год. С начала 2020 года существует студия актерского мастерства и творческого развития. И за это время десятки ребят открыли для себя мир театра. Мне нравится эта студия тем, что я получаю навык актерского мастерства. Мне это нравится. Я люблю играть и уверенно чувствую себя на сцене. В этот раз зрителям представили 4 постановки, в которых было задействовано 39 детей. Возраст актеров от 3 до 14 лет. Я довольна, что внучка этим занимается, и внучка этим увлечена сильно, и наша семья в это во всё увлечена. Поэтому я хочу пожелать студии «Атмосфера» дальнейших успехов. Маленькие актеры уже прекрасно и органично чувствуют себя на сцене, а вот роль звезд пока не примеряли, и перед камерой немножко стесняются. Я люблю играть роли, я люблю вообще сцену, это моё... Я сегодня играю роль Пьеро в спектакле «Буратино». На майском отчетнике также подвели учебные итоги года, наградили детей за успехи и достижения в кино и театральной сфере. Максим Козлов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.